уже там, вот... Там, наверное, надо включить. Нет, он включен. Мы уже вошли из резерва военных городков, военное имущество было передано нам, в том числе и квартиры. 12 квартир, половину мы передали медикам. Но юридической основы на сегодня, в общем-то, нет. Поэтому прокурор края в направлении Совета муниципальных образований говорил о том, что очень аккуратно с предоставлением квартиры. Почему? Потому что полномочия у поселения сегодня только порядка общей очереди. Поэтому вот здесь нам нужна помощь законодательного собрания с тем, чтобы узаконить это. Идет еще процесс передачи квартир, и мы готовы еще выделить медикам ненужные средства, но вот это нужно. И второй вопрос. На 2014 год мы подали заявку у Славянского городского поселения на 2 ФАПа. Меня интересует вопрос, можно ли начать оформление земельных участков уже, чтобы не затягивать это в 2014 году? Я бы, так сказать, шире его поставил этот вопрос. Понимаем ли мы, как будто...